Привет всем выжившим! И да, я безуспешно продолжаю изучать мир курсов The Dead Gods, и нам как раз таки завезли новый контент — катакомбы змеи. Так что давайте отправимся туда и посмотрим, что нам завезли нового. Ну что ж, и начнем, пожалуй, мы с золота. И потом еще раз золото, и еще раз золото, и еще раз золото, и еще раз золото. Но, возможно, стоит все-таки попасть и сюда. Посмотрим, как у нас пойдет. Так, и вот мы в храме змеи. Удерживайте атаку ближнего боя, а затем отпустите, чтобы произвести стремительную атаку. Но мы это уже умеем делать. Оружие дальнего боя может произвести идеальный выстрел, если отпустить атаку в нужный момент. А я, кстати, про это уже и забыл. Что ж. Так, а тут какие-то змеюки, слушай. Тут какой-то кокон, я не знаю, он может взрывается. Ёлы-палы, это какой-то шаман. Даю же маму. Что тут происходит? Ребята, что? Что происходит? Так, ладно. Все. Куда ушла от атаки? Она бьет копьем. Охренеть, не встать. Ага! Боже! Какое все противное, мерзкое и ужасное. О, боже. Так, все, ты взрываешься. Так, ладно. Йоу! Копья. Все. Уйди отсюда. Так, а что нам выпало? Лук? Проворный лук. Убийство дает усиление скорости передвижения на 5 секунд. Пожалуй, не самое полезное, но все же с чего-то стоит начать. Поэтому давай-ка попробуем. Так, а нам идти либо туда, либо сюда. Что ж, давай посмотрим, что тут вообще будет. Ёлки. Так, что-то я уже немножко жалею о том, что сунулся сюда. Тут какой-то женский смех. О, господи. Какая-то медуза или что? Ладно. Тихо. Ёлка, ты что ты делаешь? Ужасная хренотень. Все, умри. Умри, пожалуйста, боже. Нет. А! Уйди. Шаманы еще какие-то. Я на это не подписывался. Ей-богу. Все, уйдите. Ёп-па-па-па, он взрывается. Так, все спокойно. Я не знаю. Все. Умри, слизняк чертов. Так, давай, может, его подорвем. Отлично. Этот взорвался, этот тоже взорвался. Этот страдает от яда. Фух. Слушай. Конечно, эти... Вот эти комочки ненависти, это что-то с чем-то. Я такого еще не помню. На себе, боже мой, тут яд. Тут везде яд. Блин, мне какой-то противогаз, что ли, нужен, или что? Чтобы тут нормально путешествовать. Так, ну ладно, допустим. Блин, это первый уровень, я уже потерял кучу здоровья. Я как-то на такое не подписывался. Смотри, тут можно пойти либо через вот эти вот лианы, которые меня, скорее всего, будут бить. Либо... Что у нас тут вообще есть? Ладно, давай посмотрим, что в кувшинах. Так, вы взрываться будете, нет? Будете, не будете. Ну, они лопнули. Так, а этот мужичок? Не, ничего не случилось. Фух, ну что ж, с богом, наверное. Так. Отлично. Тю-тю-тю-тю. Да, она явно агрессивная. Так, но ее легко засунуть под землю. О, ты что ты делаешь? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Уйди отсюда. Все. Пробегаем. Так, а тут у нас золото. Золотишечка. Ёлы. Они бьют. Они реально бьют. Так, ладно. Два... Так, и тут ни черта у нас. Да, тут реально ни черта. О, обратно идти, что ли? Либо через вот эту комнату. Ладно, давай попробуем через нее. Тут, кажется, опять это жрец. А, нет, нельзя. Ты посмотри на это. Фуф, ладно. На тебе по роже. Ох, ты ж противные какие. Так, ладно. Вот так. Фух. Отлично. Пускай. Ах, он вызвал кого-то. Успею? Нет, не успел я. И тут ядом обрызгали еще. Ёлы-палы, эти змеюки еще атакуют так. Так, ладно. Все, на них действует огонь, так что... Так, тихо.
Все, он взрывается. Отлично, они отравились. Фух. Слушай, ну новая механика с ядом, она в принципе довольно интересная. Она очень даже интересная. Главное, что она нам пока что работает на руку. Хотя мы от нее тоже периодически страдаем, так что что говорить. Так, а это у нас стальные когти. Опять когти. Критический урон в течение 2 секунд после идеального уклонения. Ну, уклоняюсь я часто, а какое из них идеальное уклонение, я даже не знаю. Но пофиг, давай возьмем. Так, это получается. Пуф, отлично. Блин, когти, они имеют довольно интересный мувсет, так что давай посмотрим, что у нас из этого получится. Чувствую, после вот этой вот мне придется идти восстанавливать здоровье. Ну, возможно, мы даже отделаемся не таким уж большим уроном. Что ж, на вас порча. Что на этот раз? Давай. Темная скорость. Уклонение дает неуязвимость чуть дольше обычного. Идеальное уклонение больше не восстанавливает силы. Оно восстанавливало? Серьезно? Ну ладно, хорошо. Слушай, я даже не знаю, это хорошо или плохо. То есть, с одной стороны, у нас дольше идет бессмертие. О, смотри, какая у нас дымка теперь. Вау. Вау, как классно. Ну ладно. Так, и что у нас здесь будет? Опять этот шаман и, пожалуй... Блин, я бы зажег огонь, но... ладно, давай все-таки его убьем. Первонаперво его лучше убить. Отлично! Давай, режем, скотину! Да что ж ты вызвал этого таракана своего? Так, чуть-чуть осталось, но я его не добил. Блински! Да что ж ты делаешь-то? Так, уклоняемся. Отлично, отлично. Вот так. Блин, ну, он сейчас ударит копьем. Нет. Все, хорошо. Он сбивает огонь. Серьезно, ты сбиваешь огонь? Так, ладно, стой. Вот, все. Не надо сбивать ничего, ребят. Отлично. Стой. Фу, ужас. Мне с моей реакцией, конечно, в такие игры играть нельзя! О, боже мой! Давай, режь его, режь! Есть, получилось. Ну что ж, слушай... Еще один черепок. У нас уже их 7, можно что-то открыть будет. По приезду домой, так скажем. Так, золотишечка, 50 золотых. Ну, ладно. У нас 595 здоровья, кстати. Не сказать, что много, но... Ну, лучше, чем ничего. Так. Фуф. Я даже не знаю, стоит ли в эту яму соваться. Окей. Тише. По стелсу. Отлично. Попробуем. Отлично. Одно убийство. Ты что ж ты делаешь такое? Тварь. Так, ладно. Ух ты ж. Давай ее режь. Пока она спину подставила. Ой. Страшно. Так. Ёлки-палки опять эти. Все. Отлично. Ты что ты? Господи, если бы не это уклонение, я бы получил урон. А, ладно. А тут у нас что? Какой-то сундучок? И что у нас тут выпадет? Кодекс перевертыша. Ох ты, я, оказывается, перевертыш. 20% к основному урону от когтей. Да, нам как раз-таки это и нужно. У нас же когти. Ура. Так, ну что, у нас теперь очень сильная должна быть атака. Ну, чисто в теории. 15% урона от яда. Я не знаю, он за место нашего или как дополнение? Я вот без понятия. А, их тут может быть несколько. Что ж. Слушай, ну, вроде бы пока что у нас все, я бы сказал, даже хорошо. Мы со своими копьями... Ой, то есть не копьями, а когтями. Неплохо так разрываем противников. Фу, лезвие дуэлянта.
кинжал. Уклонение с вторичной серии приемов восстанавливает выносливость полностью. Так, ну, я, если честно, не особо понимаю, что это значит, но окей. Так, и как мы теперь бьем? То есть у нас вот и... Оу, слушай, а мне нравится. Ну, выглядит очень круто. Не знаю, конечно, как оно на деле. Подожди, и как ты работаешь? То есть я должен сделать вот это, потом сделать уклонение, и мы быстро восстанавливаемся, да? Слушай, ну я только за. Давай. Так, и тут у нас выбор. Либо я восстанавливаю здоровье, либо иду дальше собирать золото. Но давай, наверное, все-таки восстановим здоровье. Я думаю, что-что, а золото мне собрать не помешает сейчас. Так, проведите серию приемов с вторичным оружием после серии приемов основным оружием. И запустите вторичную серию приемов. О, господи, боже мой. Я слишком стар для этого дерьма. Так... Слушай, ну перекаты у нас теперь такие классные. Так, и мы можем взять... мы можем пойти только сюда. В принципе, у нас вариантов как бы особо нету. Так что, да, давай. Потом можно будет восстановить здоровье, если, конечно, у нас будет совсем все плохо. А мне кажется, у нас будет как раз-таки совсем все плохо. Так. Ладно. Отлично, золотишко. Это я пробегать не стану, уж точно. Так, еще золотишко. Боже мой, это бомбы! Так, ты взрываться будешь? Птю! А! Ты ж... Как так можно было? А. Так, и тут у нас сидит жрец. Жрец и два воина, я вижу, по крайней мере. Так что, да, можно к нему подбежать и в наглую провести серию ударов кинжалом. Давай попробуем. Давай, опа! На тебе, скотина! Тут уж, боже мой! Боже мой, боже мой! Ну, не получилось, но мы пытались, божечки! Ах, да-да-да! Отлично! Ах ты ж! Какая она нехорошая! Фу! Отлично, отлично, взрыв! На них действует яд! Так, тут ты ж... Так, ладно, у нас еще немножко золотых прибавилось. Так что мы можем пойти разведывать, что там у нас вообще происходит. А, надо было изучить все-таки комнату получше, ну ладно. Так, а тут у нас костер. Там вообще непонятно, что вообще есть. Что есть, что не есть. Тихо-тихо-тихо-тихо! Ты что ты делаешь-то, скотина такая? Ту-ту. На тебя за это. Нехороший такой. Бу-бу-бу-бу! Эх! О, боже! Что она хочет? Что она делает вообще, я не понимаю. Так, что ты делаешь? Слушай, мне не нравится. Ох! Так, ладно, я что-то как-то побаиваюсь этой хренотени, так что лучше ее, наверное, издалека убить. Так, а тут мы, наверное, зажжем огонь и после проведем атаку кинжалом. Давай попробуем. Опа! Давай! Эх ты! Получай, скотина! А-а-а! Взрывы, взрывы, взрывы! Больше взрывов! Больше взрывов, богу взрывов! Так, нет, нет, нет. Я на такое дерьмо не подписывался, держи. Так, кто вас хочет получить? Ты ж... Боже мой! Ох, за что мне это все? Слушай, ну... В принципе, кинжал... Ах ты ж, господи, яд-то тут еще! Кинжал очень даже неплох, я хотел сказать, пока не наступил на облачко яда. И вроде бы со здоровьем у нас не все так плохо. Я бы сказал, совсем все неплохо. И, боже мой, опять жрец еще один! Ну сколько можно жрецов-то мне? На мою голову. Так, подожди. Ладно, давай начнем все-таки с лука. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Ох. Так, а там еще. Ладно, хрен с тобой. Иди сюда. Давай, умирай. Так. Фу. Взрывайся. Взрывайся. Так, все, все, все. Фу, боже мой. Так. Ну ладно, он один. А, нет, не один был.
Ладно. И не такое проходили. Все, 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 все. Он сейчас отравит своего призывателя. А мы его спокойно... А че он на тебя яд-то не действует, дружок? Где яд-то? Боже, да что ж ты делаешь такой нехороший? Блин, а... Слушай, ну вот, уклонение. Если бы на нас оно не действовало, мы бы урон получили. А так мы спокойно вернулись. Так что не все так плохо. Что ж, у нас сейчас 1400. А это значит, что мы можем взять... Милость Тамока и Сихаэль. О, господи, 250 к максимальному здоровью и 25% к найденному золоту. Да, давай. Пожертвуем золотишко. Так, ну что ж. И, в принципе, мы могли бы даже, я не знаю, восстановить здоровье нам надо, не надо, но пока что я не чувствую какой-то необходимости. Так, что мы пойдем? Статы брать, либо... Статы, статы, статы... Ох ты ж, боже мой. Слушай, конечно, сложный выбор. Вообще, оружие бы мне не помешало, но хрен его знает, что там будет за оружие. А, у нас 715 золотых. И, в принципе, мне этого хватает. Я не думаю, что мне нужно еще. А вот статы, возможно, пригодились бы. Ёлы-палы, что же делать? Ладно, давай возьмем статы. Я думаю, это будет проще, чем все остальное. Так, и что у нас тут? Золотишко, больше золотишко. Так, еще больше золотишко-то, ёлы-палы. Вот опять уклонение нам спасло только что зад. Так, ладно, привет. О, я не знаю, даже бить его, не бить. Эй, ладно, хрен с тобой. Так. Блин, вот каждый раз бы это проклятие мне давали, я бы тогда спокойно проходил бы игру. Тише. Так, а тут у нас новая комната. Уф. Ладно, давай попробуем. Вижу факел, вижу еще один факел. А, жрец и какой-то непонятный хрен с мускулистой правой. Или что это у него, какая-то дубина? Я... вообще не понимаю. Так, а там у нас змеюка. Так, давай-ка зажжем, наверное, факелы. Что-то я как-то протупил этот момент. Так, зажжем факелы и спокойно будем расстреливать наших... Ой-о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 й. Да что ж ты делаешь? Да нехорошая такая змеюка. Все. Кстати, мы разобрались. И давай, может быть... Ох. Так, отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично, отлично, отлично. Фух. Так, остались вот эти вот жердяи, так скажем. Я даже не знаю, стоит ли дальней атакой. Да, давай, наверное, дальней атакой начнем его выводить. Отлично, отлично. Пошла жара. Ты что ж ты такой? А что он делает-то, я не знаю даже. Он делает какую-то атаку рукой. Боже, это какой-то... Что ж ты делаешь-то? О, разрушил факел! Так, ладно. Ну, тут уже, наверное... Ой, ёлы-палы, копья эти дурацкие. Сколько можно-то их? Бля, опять! За что? За что? Так же все хорошо началось. Так, ладно. Отлично. Идите сюда. Ох. Так, я тебя успею за это время убить? Тихо. Так, давай, давай, давай. Опа. Есть. И что? Подожди-ка. Огненные атаки. Удар со спины наносит 30% больше урона. А, наверное, да? Давай возьмем. Отлично. Ёлки-палки. Да как так можно было? Как так можно было? Я не понимаю. Ладно. Так, левая комната. Фух, ну что ж. Что у нас тут будет? Так, постой. Такое я не подписывался. А тут еще яд, наверное, будет, да? Всякие ядовитые лужи. И прочие неприятности. Так, ну, ладно, хрен с ним. Так, две змеюки. А, один большой.
А вот эта вот хренотень, я не помню, как она называется. Вот. Ёлы, 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 ёлы. Все спокойно, спокойно. Ах, ах, ах. Отлично. Слушай, пока все идеально. Ау. Так, почти. Что ж, это было, скажем, даже просто. Ну ладно. Даже с моими навыками младенца я как-то с ними расправился. А, так, ну, слушай. Не знаю, стоит ли эти мумии поджигать. Может быть, в них даже что-то будет, кто знает. Мне 950 золотых. В принципе, этого хватило бы на все. На все про все. Но давай посмотрим. Так, нет, ты ж, черт тебя дери! А, 10% к урону, либо 250 к здоровью. Слушай, я бы здоровье, может быть, взял бы. А, либо вот это вот взять. Ладно, давай, наверное, все-таки пожертвуем свое золото. А, хотя, мне кажется, стоило бы взять... Да и ладно, давай кровь пожертвуем. Так. Что ж. И у нас следующая локация. Эники-беники ели вареники. Ну ладно, давай сюда. Я не против. Что ж, и у нас новое проклятие должно быть. Что ж на этот раз будет-то? Ползучий мрак. Главное, чему учит боль. В любой момент можно потерять все. Свет, надежду, самого себя. Получаемый урон запускает волну врагов и тушит любой огонь в большом радиусе. Вы наносите на 10% больше урона на свету. Слушай, ну это какой-то бред. То есть, получая любой урон, я буду вызывать противников. Это же бред. Это реально бред. Зачем мне это нужно? Зачем? Зачем? Ладно, ладно, хорошо. Не будем паниковать, может быть, все не настолько плохо. Но мне почему-то кажется, что все настолько плохо. Если там тушится свет и призываются противники, еще непонятно, какие противники будут призываться. О, господи. Так. Ладно. Давай посмотрим, что у нас тут будет. Пюп. О, господи. Так забавно выглядит. А, либо вниз, либо туда. А там у нас золото. Ладно. Отлично. Так. Ух. Смотри. Ну, что-то я думаю, эта комната не самая лучшая. Почему-то мне так кажется. Вижу здоровяка, вижу стражника. И жреца я, кажется, не вижу. Так, нам бы, конечно, начать свою атаку по кому-то из них. Ладно, давай, наверное, начнем вот по вот этому. Ёлы, 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 палы. Так, отлично, мы зажигаем. Из-за нашей огненной атаки мы зажигаем свет. Так, ух ты ж. Боже, 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 боже. Ой. Ёлы. Все, зажгли везде свет. А, нет, 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 нет. Я против. Я говорю против. Так, все, они сгорят же. Я надеюсь, когда-нибудь... Вы же сгорите. Отлично, отлично. Так. Ну, слушай, мы вроде бы тут все изучили. Кажется, тут ничего нету. Поэтому пошли, пожалуй, дальше. Так, а тут у нас еще один костер. И... Пап-пап-пап-пап. Я вижу сундучок. А, это ловушка, черт тебя дери. Треклятая ловушка. На тебе. Не понимаю, как она включается. Ну, что ж. Скорее всего, она просто атакует по нам, потому что ей вообще насрать на остальных, и она вот именно атакует нас. Ну, ладно, давай, наверное, начнем. С кого бы мне начать? Ну, давай с тебя. Ты мне понравился. Ёлы, ёлы, ёлы. А, кстати, ловушка атаковала! Ловушка атаковала! Ты хрен ты собачий! Тихо. Нет! Нет, 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 нет.
Отлично. Все, все, все. Фаерболы мои пускаю. Нет! Мы вызвали противников? Слушай, да вроде бы нет, никого не вызвали. Не знаю, в чем была соль этого проклятия, но я противников никаких не увидел. Возможно, там какой-то шанс, что мы кого-то призываем. Но это как-то непонятно. Это все как-то непонятно. Что ж, в любом случае, все не так плохо. Я вроде бы наношу довольно много урона, и мы имеем достаточно здоровья, чтобы даже справиться с главным боссом. Ну, в теории. А на практике у нас, скорее всего, не получится, потому что я играю довольно плохо. Так, вижу шамана и двух воинов. Фух, ну ладно, давай правого тянуть. Ух ты ж! Получай! Так, 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 этого подожгли. Ой-ой-ой, нет! 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 Так, все, всех подожгли. Всех, кого можно, подожгли. Нет! Ах! Отлично! Так. Ну давай, сгорай ты уже! Ну пожалуйста! На, червяк проклятый! Давай, взрывайся! Ну, дай мне тебя убить без получения урона. Ура. Фух, ну не все так плохо. Вот эти, правда, лианы меня, конечно, реально пугают. Такие неприятные штуки. Скажу я тебе. Так, и у нас... 1500! Ты что? Ты что? Как? Откуда у меня такие деньги будут? Ладно, давай уже, наверное, больше к урону нам нужно. Прибавка, потому что тут уже главный босс-то должен быть. Ну, давай. Пип-пип. Отлично. 10% к урону. Так. Тут у нас ничего. И тут у нас какая-то мумия. Давай. Пытюп. Все, лопнуло. Отлично. Так, и у нас здесь реликвия. Реликвия, реликвия. Ну, хрен с ней, давай возьмем. Как бы делать-то нечего. Мы либо ее забираем, либо... Либо... Ну, вариантов у нас нету. Так. Что ж. Вижу шамана. Вижу еще одного шамана или мага, колдуна. Я не знаю, как назвать. Так, и... Ох, какой ты нехороший. Там жрец какой-то стоит. Вот этот вот дядька, мне он тоже не нравится. Мне вообще тут мало кто нравится. Так что давай, наверное, вот. Оп. Так, он не сагрился. Вообще я мог бы забежать в другую комнату и не париться. Я не думаю, что мне их вообще надо убивать. Стоят себе, не мешают ничему. А мы вот, понимаешь ли, тут бегаем у них под носом. Вот. Ой, ты ж... Нет! Нет, не получилось. Не получилось. Все, все, все. Вот, отлично. Так, взрыв. Отлично. Пока что все неплохо. Так, так. Ох ты ж, какая ты хрень-то собачья. Что ж ты так больно-то бьешь-то? Нехороший. Так, ладно, давай тогда вот этого червяка убьем его. Так. Отлично. Раз жук, два жук. Ты что ты будешь делать? Ты ж на тебе, нехороший. Ёлы. Так, жук, 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 жук. Так, ладно. Все, умри уже. О, не хочу я с вот этими лианами. Так, боевая макана. Макана, макана. Стремительные атаки наносят критический урон. Стремительные атаки. Угу. Слушай, ну, звучит интересно, но у нас бонус к урону к своим когтям, поэтому я даже и не знаю, стоит ли. Стоит ли, не стоит ли. Я не думаю, что... Как бы это хорошее оружие. Или точнее, что оно вообще годится на замену нашим когтям. Так, так, так. Ой, ёлы-палы. Все, 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 все. Прыгай, прыгай, прыгай. Так, все, все, все. Перепрыгиваем. Да ёлки-палки, что ж вы тут делаете, твари?
Ах, ладно, на нас действует яд, почему-то показывал 0 урона, но при этом он у нас убавлялось по единичке. Ну ладно. А, боже. Ладно, начнем атаку с дальней. Пау. Пау. Ох ты ж. Нехороший, нехороший человек. Скажу я тебе. Ага. Ау! Больно! Пожалуйста! Все, 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 все. Ребят, пожалуйста, не надо меня бить. Успокойтесь. Давайте сядем, поговорим. Вот так вот. Отлично. Один остался. Фу, ужас. Просто ужас. Так, и тут у нас... Ага. Светящийся сапфир. Но тут идет бонус к урону за счет золота. А у нас золота не будет, если мы возьмем как раз таки вот этот вот сапфир. Эх, ладно, что у нас? Плащ почитателя. 200, мать его! Нет, я против. 2800, боже мой. Плюс один уровень к проклятому оружию. Символ тьмы. И 4 к ловкости. Ну, как бы все хорошо, но я чуть как-то не уверен, что вообще это того стоит. Нет, я мог бы пожертвовать свою кровь, получить проклятие. О, елы-палы, но тогда у нас будет 2 проклятия еще. Так. Слушай, да тут уже конец, я не уверен, что мне вообще это нужно. Поэтому... Давай, наверное, так пойдем. Нет, я мог бы, конечно, получить проклятие эти, но... Черт. Главное не пожалеть об этом потом. Ладно, давай попробуем. На вас порча. Давай, давай, давай. Ослепляющая жадность. Блеск золота — единственное, что утешает, когда души поглощают амбиции и тьма. Золото на полу пропадает через некоторое время. Ценность золота на полу повышается. Нахрен оно мне сдалось, когда я уже перед боссом-то стою? Слушай, что-то мне кажется, лучше бы я взял вот эти вот проклятия. Ай, на себя. Так, и тут какая-то баба-яга с непонятным рюкзаком из черепов. Вроде бы это черепа. Но это не точно. Ладно, давай попробуем. Фух. Так, ладно. Фух, ладно. Все, давай, я готов. Что у тебя там? Окей, дальняя атака. Слушай, ну не так пока что. Все тяжело, боже мой. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие ты неприятности ты на меня кидаешь-то. Нехорошая ты такая. Все, все хорошо. Мы восстановились. Ребята, мы восстановились. Так, не уходим, не уходим, пока шоу не кончилось. Давай. Ёлы-палы, как это больно-то было вблизи стоять. А, так, давай, восстанавливайся, восстанавливайся. Да ты издеваешься, бабка. Слушай, ну с моим уворотом, конечно, это, можно сказать, изи. Это изи. О, боже мой. Ты я... Так, если бы только я еще восстанавливался быстрее, а не так, как сейчас. Так, ладно. Зачем я, правда, так много уклоняюсь, я не понимаю. Ох, неплохо. Получай, скотину такое. Давай, душ. Ох, так. Ну. Вот хотя бы так по тебе выстрелить-то. Боже мой, это еще... Слушай, да нет, легко на самом деле. Пока все очень даже легко. Ай-яй-яй-яй-яй. 20 урона. То есть, если уклоняться, то, в принципе, она довольно простая. Я бы сказал, проще, чем самый первый босс, Ягуар. Или какой там кровавый охотник. О, божечки, дай мне... А, еще вот эти гранаты можно взрывать. Ну, тогда это совсем просто. Эх, 25 урона. Отлично, давай восстанавливаемся. Так, эх. О боже.
Боже, на вас порча! А, она порчи дает! Я теперь понял, в чем фишка. Если бы у нас было максимум порчи, мы бы, скорее всего, сдохли, потому что она настакивает порчу. Вот, оказывается, в чем самая соль. Я-то думаю, а в чем прикол-то? А в том, что она стакает на нас кучу-кучу порчи. Это вредная старуха с ее порчей. Получай, Баба-Яга. Эх ты! Все. А зачем я с луком бью ее? Она вполне неплохо так умирает от кинжала, если правильно уворачиваться и в нужный момент, то все просто. Божечки, божечки! Так, дай мне тебя ударить. Ай! Вредная такая, просто до жути. Так, ладно, дай я восстановлюсь и постреляю по тебе. Просто такая вредная. Ох. Так. Дыш. Еее, мой первый босс, ура! Неужели? О, господи. Ладно, давай посмотрим, что мы собрали за этого босса. Что нам дадут? Так, ну, вроде бы неплохо. Слушай, ну, мне понравилось. И механика довольно интересная. Зачарованные катакомбы! Ура! Первый уровень! Первый босс! Ей! А, отлично. Ну что ж, это было вполне себе неплохо. И, пожалуй, на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно пишите, если вам понравилось это видео. И да, пока-пока. До скорого. Берегите себя и своих близких.